Сегодня большой день. Главное, не волнуйся. Совет напоследок. Все в твоих руках. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Давайте сделаем фото. Доверьте это Филу, чтобы наверняка. Улыбочки. Эй, мир! Я люблю Мелиссу Мун! От продюсера франшизы «Астрал». Мелисса? Привет, Филипп. О, как ты? Давно не виделись. Это может показаться странным, что я появляюсь спустя столько лет. Но Ронни был единственным мужчиной, с которым я была в ночь, когда он погиб 5 лет назад. И вот произошло какое-то необъяснимое удивительное чудо. Ребенок, которого я ношу, он от Ронни. Выстави ее из моего дома. По мотивам мирового бестселлера. Это совершенно невозможно. За гранью реального. Но она в своем уме. Почему ты это делаешь? Твой брат одобрил бы, что ты заботишься о ней. Между вами двоими всегда что-то было. Я вижу, что за этим стоят необычные силы. Номинант на премию «Оскар» Эми Райан. Ник Робинсон. Мир юрского периода. Маргарет Куэлли. «Однажды в Голливуде». Мена Масуд. «Аладдин». Номинант на премию «Золотой глобус» Брайан Кокс. Номинант на премию «Оскар» Грег Киннер. Я не сошла с ума. Просто ты мало знаешь о своей семье. Да ну. Единственная вещь. Я говорю правду. Страшнее тайны. Она что-то не договаривает. Это правда. Она говорит о нем так, словно он воскрес. Помогите! О боже! Если бы мы знали всю правду, нам бы было не так страшно? Или еще страшнее? «Рожденный после смерти» в кино с 5 декабря.